У меня дома там в Донецке, в Донбассе, она идет все эти два года безостановочно. В принципе, Олимпиада здесь никак не повлияла, а обострение произошло несколько раньше, усилилось противостояние. Просто сейчас это еще и на фоне Олимпиады. А вот провокация... Да это нет, это не провокация. В Крыму не провокация. Это очень дерзкие и продуманные, целенаправленные действия киевского режима, вот этой самозванной хунты, направленные, конечно же, не на то, чтобы убить туризм в Крыму. Это слишком общее место. То есть и туризм, конечно, тоже. Я был в Крыму там по семейным и по рабочим моментам и встречался с коллегами и с земляками, которые там живут уже давно, которые там находятся. Беседовали, ну, и еще до официальных заявлений, которые уже прозвучали, и сегодня вы наверняка видели по телевизору даже обозначены точки, куда собирались наносить удары. Я уже, во всяком случае, находясь в Крыму и до официальных заявлений, знал, что одна из целей это химический завод «Титан» в Армянске. Я знаю это предприятие, если, не дай бог, бы они туда добрались, и что-то там сделали, это последствия были бы вполне соизмеримы с Чернобылем и с чем-то вот таким. И, ну а кроме того, там в Керчи что-то они планировали и так далее и тому подобное. Это страшные действия, и диверсанты, которые, в конце концов, диверсанты это просто исполнители. Они тоже, разумеется, должны понести очень жестокое наказание, суровое. Но в первую очередь наказание должны понести те, кто это все придумал. А их мы знаем многих поименно и можем перечислить всю эту шайку-лейку, преступную группировку ОПГ имени Порошенко. А кого не знаем, я думаю, что соответствующие товарищи эти имена выяснят. А те два парня, два российских военнослужащих, которые погибли в ходе этих событий, вот они своей жизнью предотвратили очень большую и страшную беду. И вечная им память, Царствие Небесное, это достойные люди. Мне очень жалко, что они погибли, соболезнования их родным и близким, но они выполнили свой долг до конца. Вы знаете, я не сомневаюсь, что будет обострение. Второй вопрос, в какой форме и как это будет развиваться. Разумеется, можно раздуть щеки и сказать, что я вижу будущее, но я его не вполне представляю. Если бы я принимал решение, конечно, это были бы одни решения, но у руководства России, наверное, есть свои какие-то резоны и свои представления о том, как в этом смысле надо действовать. Я вам скажу, что проблема Украины это в первую очередь проблема России. Потому что под боком у России находится сегодня деструктивное, профашистское формирование, которое уже от террора внутреннего, от террора по отношению к своим гражданам, скатилось на террор совершенно вот в классическом представлении. Для меня вот это формирование... Киевское формирование имени Порошенко ничем не отличается от запрещенной в России организации ИГИЛ. Ну, только эти кричат «Аллах Акбар», а эти «Слава Украине». Ну и какая разница, собственно говоря, если гибнут люди. И в Донбассе за это время столько уже погибло, столько искалечено и людей, и судеб, и инфраструктуры, что на самом деле я жду, когда уже в новостях начнут формулировать так, что запрещенная в России организация Украина. И исходя из этого, надо и действовать. И я думаю, что после террористических действий, а террористические группы диверсионные, они возникают не просто так, вот так щелк, и они возникли. Они где-то проходят сборы, есть лагеря, я уверен, что ФСБ прекрасно знает, где это все находится. И если по лагерям ИГИЛ в Сирии наносится удар, который мы наблюдаем в последнее время, и это все выглядит очень квалифицированно и эффектно, и эффективно. Я считаю, что сейчас мы подходим к ситуации, когда надо терроризм на Украине душить ровно таким же методом.